Вячеслав Гайзер поздравил жителей Коми с Днем семьи, любви и верности. Его отмечают 8 июля. Глава подчеркнул, эти три слова – главная ценность для каждого человека. Традиции у нашего народа всегда были сильны, в том числе и семейные. Их берегли и проносили через века деды и прадеды. Сегодня эти традиции мы передаем нашим детям. Именно любовь и верность, крепкие семейные узы укрепляют человека, семью, а значит и весь народ, его силу и веру в великое будущее нашей Родины. Глава заявил, надо повышать престиж семьи, поддерживать институт материнства. Большая крепкая семья – это основа успеха и великих свершений.